Хотя можно. Я же говорил. Всем привет, друзья! Клиника Мистер Дент. И сегодня у нас на разборе вот такой вот клинический случай. Эту работу мы сделали буквально в 2020 году. Вот так вот она выглядит. Сейчас прикреплю. Ну вот посмотрите, какой результат. Нижние зубы мы покрыли керамическими винирами. Но в чем здесь ошибка? Ну, я бы не назвал это ошибкой. Наверное, я пошел на поводу у пациента, и мы получили такой результат. Я настаивал, я дико рекомендовал пациенту сначала сделать ортодонтическое лечение, удалить восьмые зубы, поставить брекеты либо элайнеры и только потом покрывать винирами. Пациент категорически отказался. Мы сделали, поверьте мне, все изначально было максимально ровно. Но вот без брекетов, без ортодонтического лечения мы получаем результат вот такого вот характера. Да, виниры стоят, но смотрите, какая скучность с зубами. Это вот к разговору о том, когда мы пациентам сначала всегда рекомендуем ортодонтию выровнять и только потом покрыть коронками либо винирами. Здесь этого не сделали, получаете должный результат. Соблюдайте рекомендации врача, иначе будет вот такая вот история. Вроде бы красиво, но неровно.